Ну что, ребят, всем раз всех приветствую, собственно, да, собственно, так у нас один хоррор уже есть, да, один хоррор уже у нас есть на канале, да, который мы, не знаю, скоро, не скоро пройдем, это The Dark Pictures Anthology, да, Man of Medan, там плейлист в описании, его сказочка тоже в правом верхнем углу, вроде как, или в левом, посмотрите, там подсказочка на плейлист, посмотрите, очень классная игрушка, очень мне понравилась, прям классно, реально, тоже хоррор, и сегодня у нас тоже будет начало прохождения хоррора Сома. Честно скажу, я его когда-то проходил, но не до конца, чуть-чуть прошел, и он жуткий. Этот хоррор, эта игра очень жуткая, но почему бы и нет, почему бы нет. Очень прикольная игрушка, мне понравилась. Когда я проходил, так чуть-чуть мельком смотрел, там я с самого начала проходил, там может сколько я в нее отыграл, ну может час, два, наверное, даже часа отыграл. То есть с самого начала там прошел до каких-то роботов, где там уже отрубается электропитание и начинается то вот все, да. Вот, поэтому, Саш, поудобнее, ребят. Надевайте плетик. Обязательно надевайте. Ну, что? Кого ты можешь нормально сказать? Могу. Ну, говори, извини, ну, не извиняйся, скажи. Хорошо. Надевайте плетик, приятно пить, кто кушает, приятно чипить, как пить или пить воды, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем данное путешествие. Посмотрим с вами просто чуть-чуть, что за игра и тому подобное. Поэтому серийка будет, скорее всего, коротенькая. Начинаем. О, привет! Собственно, что у нас здесь? Новая игра, да? Режим игры обычный. Безопасное чудовище. Чё, блять? Безопасное чудовище могут напугать, но не убить. Краситься не нужно, ваша жизнь ничто не угрожает. Обычный. Чудовище могут вас убить, прячься от них, чтобы выжить. Такая игра задумывалась с самого начала. А чё, все, блять? Давайте обычный. Обычно выберем. Нет, максимально, ну, обычно выберем, ладно. Игра задумалась такой сначала. Понятно, какие чудовища есть, которые нас могут убить. Это такое себе. Мне это уже не нравится, блядь, вообще. Реальность то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Ух. Саймон, все хорошо? У тебя, кажется, кровь идет. А, нет, ничего страшного. Просто из мозга все время кровь идет после аварии. Что, блядь? Вот, возьми. Нет, это на потом для сканирования. Она зеленая. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, пожалуйста, не переживай. Нет, нет, я совсем про другое. Почему сейчас? Это я не помню, кстати. Кто такой Дэвид Монши? Почему мне никогда не хватает времени? На что? На что? Вот на это, блядь. Блядь, ты размытие же чешу, блядь. Да я заебал, ты звони. Да, я встал. Здравствуйте, Саймон Джаред? Да, это я. Меня зовут Дэвид Монши. Мы договаривались. Сканирование? Да, помню. Все хорошо? Да, да, сон плохой приснился. Сегодняшняя встреча в силе? Да, я поэтому и звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер. Так снимки получатся гораздо лучше. Не волнуйтесь, он где-то рядом. Отлично. Тогда до встречи через пару часов. Хорошо, до встречи. Ну, кстати, это можем видеть, это можем вот так, ну, смотреть, окей. Ёбана, давай, погнали на ой. Это мы можем, окей, я понял. Это я понял. Это сесть. О. Ой, бля, на себя здесь надо, ёпты. Куда же я положил маркер? Да ёпты. Ну в пизду закрой там нахуй. Я могу его приблизить, слышь? Мувок, R. Ты ее крутить, окей. Ты можем... Нахуй, ёпта. Знаете, на что напоминает мне? Бля, не помню, как игрушка называется. Короче, там... Ну же, радиоактивный маркер. Где же ты? Ебалов, мальчик. Чё? На крючке Робин МакКоннелл.
Марк и Дана Миллер наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семье выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго-долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошел к вечеру, и на Вайкики, или Вайкики, стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. Их опутывают тысячи тонких струн, вышедших из глубин океана. Кричащих от ужаса, пловцов медленно затягивает в темную бездну, а вместе с ними в плен жутких щупальц попадает их и семилетний сын Чарли. Роман на крючке, полон мистики и жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. Окей. О, блять, что это? Дай-ка сюда, нахуй. Что это за хуйня? Блять, а можно? Блять, а можно около света? Да ёб... О! Что? О, ёпта, жига. Нихуя. Осуждаем, блять. Собственно, знаете, игрушка, я не помню, как называется. Короче, есть игрушка какая-то, я в нее прям в детстве, прям когда малым был, играл так, чуть-чуть прям испугался и потом нахуй ударил. Можете написать в комментариях. Короче, там суть такая, ты ходишь первого лица с такой лампой, блядь, знаете, как вот... Блядь, я не знаю, газовая лампа, я не знаю, не газовая. Короче, она или с такой пропитанной спиртовой лампой. Во, спиртовая лампа, точно такой ходишь, просто так везде. Каким-то коридором жутким и тому подобное, блядь. Я не помню, как называется, честно, напишите в комментариях, как называется, если кто знает. Вот в нее я играл, и она похожа вот по этим действиям. Там тоже нужно на себя тянуть, и открываю так дверь, открываешь, тоже на себя тянешь и тому подобное. Ой, блядь, вот это лучше, конечно, не делать. Поэтому вот так, тоже так можно, типа, ну, взаимодействовать с данными предметами. Короче, напишите в комментариях, кто помнит. Я просто не помню, как называется. Но я в него в детстве играл, и, блядь, это жуткая игра просто. Если хотите, можем ее пройти тоже. Нахуй. А, мне понятно, нет разбития, да? Чё, блядь? Привет, это Джесси. Салам, блядь. На этих выходных работаешь? Кажется, у тебя были какие-то планы. На этой неделе, да? Или на следующей? Короче, ты там на почту мне напиши или еще как. Давай, пока, скучаю. Вот, пока вот там скучаешь, ёпта. Да, у него память, как у аквариумной рыбки. Я ведь даже ему письмо отправил, да? Молодец. Альберт Айзексон. Широко известна как одна из наиболее полных и доступных работ по анатомии человеческого мозга и его функциям и нашему восприятию сознанию. Узнайте, как ваш мозг зависит от тела, почему мозг не компьютер и множество других интересных фактов, которые вскружат вам голову. Это издание также включает две новые главы развития мозга и его влияние на наше поведение на разных этапах нашей жизни. Окей. Хорошо. Ну, понятно, почему, видите, она же, блядь, просто запылилась, ёпта, уже запылилась, ёпта, книжечка, блядь. Вообще, а, не. Это что, блядь, какие-то бумаги, чё тут торчит, блядь, из нее? Ёбаный рот. Закладки эти шо? Осуждаем. Ну, в том плане, закладка для книги, для того, чтобы такая, знаете, либо линеечка, или у кого-то там были, да, или такие, блядь, как скрепки, короче, специально, чтобы, ну, не забыть, где-то остановился. Так, осуждаем, это осуждаем. Ну, запылилась, конечно, книжечка, хуй читает. Ну, понятно, ёпта. Все понятно, ёпта. Сказал, я буду читать. А, вон, блядь. До сих пор лежит, блядь. Книжка-то, нахуй. Пизду, ёпта. На, блядь. Почему только вот эта хуйня все не разбивается здесь? Понятно, я думал, блядь, сова. Чё это, блядь? Жда, если я вот так кину. Хуй, да? Это хуета, блядь. А, ёпта, понятно. Гамбургер, да? И картошечку ебашу. Ну, понятно, блядь. Тут, собственно, чё? Давай посмотрим, чё, с чем можно взаимодействовать здесь. Можно здесь свет включить, не чешу? О! О! Это что? Саймону Джаррету, МК Конт, Авеню 47, Торонто на МСТ. МТ... О... Что? Так, что это? Белье, ёпта, нахуй. Зачем нам это? Давай отсюда вообще иди. Так, здесь... Нам нужен маркер, да, какой-то? А как? Как, подожди, как я... А как смотреть? Задание чи не задание? Вот, могу бегать. Так, холодос. Сплошной фастфуд.
Надо что-то получше купить на обратной дороге. А, да, блядь. А до этого ты не думал? Вот это что такое, бардак, ебать? Ну понятно все. Сделать. Правильно напоминание Джесси, заплатить лекарства и хвета для похорон. Напомнить Джесс. Что напомнить, блядь? Что напомнить, ёпта? Давай на. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Короче, понятно, иди в пизду. Новый рецепт, блять. Выходной в субботу. Отправись. Все, блять. Отправил ей. Надеюсь, не поздно. Надеюсь, нахуй. Выздоравливай скорее с любую. О, прикольно. Порядок образования. Тома 7.12. Конверсия, блять. Понятно. О, нихуя мальчик рисует. Понятно, нахуй. Нахуй отсюда, блядь. О, это их фотка, понимаете. Вот главный герой, его девушка, да? Правильно понимаю? Морщи. Там лап какой-то, блядь. Да, ну это... Гримуар. Ага. Понятно. О. Нахуй, ёпты. А можно его выключить нахуй? Понятно, пизду. Тут где-то должен быть маркер вроде как. Ну, ребят, кому нужно, вот на паузу нажмите, почитайте. Собственно, потому что это и так это очень большое, скажем так. Текст очень большой. Да где ебано? Чё тут? Комиксы, да? Виды на кино. Блокбастер. Да отстань нахуй с блокбастером. Шо? О, объектив. Тебе скажи, ты им дорожишь? А, вообще похуй. Еще один объектив. А вообще все. А можно открыть мне хотя бы? О. Скоро лето. Надеюсь, она будет хорошим. Бля, я тоже надеюсь, брат. Тоже надеюсь. А, ёпты. А вот так мусорку нельзя? Блять, взял, намусорил здесь, ёпты. Вообще пиздец. Взял, просто намусорил. Бля. Не, ну все равно, вот взял, намусорил здесь. Но вот это вот не считается, что, да, что я сделал это. Здесь вот что было? Вот теперь вот здесь все. Я промолчу. Гримуар. О, ёпта. О! Ответ на удар. Хорошо. А можем? Да, телевизора, у меня теперь голова болит еще сильнее. Спасибо, мозг. Блять, пожалуйста. Кто это? Давай, ёпта. Алло. Свет. Сюда. Хоть бельё складывай, да. Давай, let's go. Не буду заставлять доктора ждать. Приму душ, когда вернусь. Да включи ты мне душ! Блять, понятно, нахуй. Вон хоть, не знаю, там. Бай, так плавно закрывается. Да, блять, в жизни, знаете, как закрывается? Вот так берется, вот так, на, вот так. То есть, вот так открывается. Вот так открывается, а вот так закрывается, блять. Ты вот так открываешь, хуяк, потом уяк. То есть, ночью по испарам не получится. Надо ночь, чтобы, знаете, тут сказать, нужно прям вот так. Еле-еле, вот так взял, открыл. Вот так, потихонечку, так, оп. И также, блять, когда закрываешь, так, не вот так вот, блять, а вот так берешь, потихонечку, так, оп-оп-оп-оп. Здесь прям продержал, все. Вот так вот надо, блядь. Что это, блядь? Подожди, я могу? А, попробую. Хм. Интересно. А, не закрыл до конца, ебать. Вот это очень хуёвая тема, брат. Вот такая хуёвая темка. Какой маркер такой тебе нужен-то?
Вот она. Пустая бутылка, брат. Пустая бутылка? Чем-то похоже на молоко, но на вкус как монету лизать. Понятно. Вот это можно в мусорку, в принципе. Это тоже можно. В принципе, все можно так. Ладно, закрываем для себя. Опа, а вот это, брат, ты вот так потом сделаешь. Всякие вот призраки, пусть нагнутся, ебать, да. Да все, все, нахуй. Все, ебать, let's go отсюда, нахуй. А где мне? Подожди, а где я тоже смотреть-то все? Че, раздутый, что ли, пойдешь? Ну ладно, хуй с тобой, погнали. Let's go, let's go. Ох. Прикольно, прикольно. Говорю уже, все без толку. Задница консерваторская. Все развалили. Варьё, все без исключения. Ох, бля. А включи тут это... Вокруг одна ложь. Сплошная ложь. Джесси. Привет, Саймон. Письмо получил. Удачи тебе. Все нормально, не беспокойся. Спасибо. Я, может, еще зайду после сканирования. Зачем? Не надо. Мне Мэтт и Крис помогают. Мэтт из СНН? А, ты еще не знаешь? Он переходит на полный день в отдел комиксов. Это место Эшли. Да. Ну, понимаешь. Да, все нормально. Не оставлять же теперь отдел без продавца, она все равно не вернется. Что ж, удачи. Надеюсь, там как-то придумают, что делать с твоим, ну, умиранием. Умиранием? Капец, ты подбодрил. Ну что тут сказать? Давай, Джесси, до встречи. Не сожги там все без меня. Все, давай, друг. Все, ты говоришь, это, кстати, обман. Я взломал систему. Взломал ее. Блин, да, да. Короче, вот это обман. В метро обычно заходишь, там вот просто стоишь, там вот так вот, ёбан, вот так стоишь, ёбан, блядь, не знаешь, блядь, как дышать вообще, ёбта. Там, блядь, такая духота, ёбню. Но сейчас, по крайней мере, там вроде вентиляция, не вентиляция, все равно, когда много народу, все равно тяжело там быть в метро. А свет можно? Эй, доктор Мунши? Ой, бля. А где все? А можно я уйду? Думал, тут мне вот это как... Мне тут, брат, мне тут, давай нахуй. Так, не сдаваться. Нет, стоп, у меня получится. Чё получится, не ходи, ты смотри, какая картина. Не, открой, ёпта. Должен быть способ туда попасть. Открой, блядь, открой мне. Помогите, не хочу. Блядь, ну ладно. Опа. Блядь. Да ёп. Ну нахуй, давай, блядь. Кто тут? Говнодемоны? Че не говнодемоны? Я могу? Не получится, брат. Получится. Понятно. А где взять? Не, спасибо. Блять. Да иди в пизду отсюда. Слышно. Я отсюда. Так, собственно, что у нас здесь? Есть-то. Опа. Пенал нахуй. Это что? Лучший момент отрегулировать, ага. Метод будущего какого-то, блять. Я тебе говорю, не надо же, вот зачем, не надо сюда вообще ходить, ёпты. О. Да, кому нужно прочитать, поставь на паузу. Так, ладно, понятно, нахуй. Степлер, опа. Понятно. Это что? Понятно. Нам такое не нужно. О, компьютер. Подожди-ка, блядь. Ну, блядь, можно его?
Понятно, блядь. Нахуй. Бля, ебать ты силач, слышь? А, да, слышь, ёпта. Вот и все, блядь. Это что? Нихуя. Давай. Опа. А вот это мне нуда. Нуда, блядь, что? Это мне нужно. Давай, брат. Ну ёпта, мимо. А, ничего не налилось, ну понятно, блядь. Давай, ёпта, посмотрим, что здесь. Ага. Я же туда пришел, да? Ну да. Позвоню-ка я Мунши. Да. Отлично, и телефон выключил. Ты, можешь уйдем отсюда? Ладно, я разберусь. Давай. 1-5-9-7. 1-5-8-0. Давай, 1-1-1-1. Я понял. И где мне его искать? А, ёпта, точно. Я что здесь? Два, пять, ноль, один. Let's go. Не надо, дядя. Блять, смотри, все в полиэтилене. И тебе базарю, сюда не нужно ходить, понимаешь? Не, блядь, пришли. Доктор Мунши? Вы меня слышите? Эй! Ой, блядь, не то. Открой мне дверь! Блядь, я вот после этой картины не хотел сойти. Открой мне, блядь, дверь, пожалуйста. Открой, открой, блядь. Открой нахуй дверь мне. Блядь, ну не тянется. Ну открой ты мне дверь, ну пожалуйста. Блядь, можно бургер... Можно я Бургер Кинг сгоняю эту... Ой. Можно я сгоняю эту фастфудик, похаваю, ёпта, блядь. Ну нет. Блядь, ладно. Ладно, не сын, на мужика, давай. Биометрия, let's go, блядь. Салам алейк. Ой. Туманность муравей. М23. Понятно. Угу. Сука, ах ты стой, блядь, открой мне. Сука, я ж тебя, блядь, открой, блядь. Понятно. Понятно. Все заперли. Ясно. Понятно. Понятно, майним, да, значит? Значит, майним здесь. Можно здесь выключить это, не знаю. Чисто так, по приколу. О, понятно, майним, значит, да? Ясно, блядь. Понятно, что интересного здесь нет. Ладно, let's go, да.
О, здравствуйте. Здорово. Я не слышал, как вы зашли. Саймон Джаред, так? Доктор Мунш? Не слышал, пока ты звонил. Пока что просто мистер Мунш, но я работаю над этим. И сегодня вы мне в этом поможете. Это часть вашей диссертации? Да, совместное исследование. Мое и моего коллеги Пола Берга. Мы хотим создать неинвазивный метод реконструкции мозга, чтобы помочь таким, как вы. Кстати, вы выпили маркер? Да, выпил. Отлично. Начнем, как вы будете готовы. Можно я уйду? Бля, ну... Шо? Что-то интересное есть? Что именно вы хотите сделать? Я просканирую ваш мозг. Потом мы создадим его компьютерную модель и будем атаковать ее различными раздражителями. Программа поможет нам разрабатывать все новые алгоритмы лечения до тех пор, пока мы не достигнем оптимального. В общем, мы создадим идеальную терапию для вашего случая. То есть это не просто исследование, это правда мне поможет? Я надеюсь. Иначе мы потратим кучу времени впустую. Вы в курсе, что у меня серьезный случай, да? Слышали про аварию, что жить осталось несколько месяцев? Да, слышал. Вам, наверное, тяжело с этим жить. А все дело в том, что ваш мозг ослаб настолько, что кровотечение может начаться в любой момент. Если оно будет серьезным, мне конец. Вряд ли мы сможем восстановить ваш мозг полностью, но наверняка сумеем превратить эти месяцы в годы, а то и десятилетия. Если вы будете вести себя осмотрительно, то, возможно, еще и нас переживете. Очень на это надеюсь. И я. Это может стать огромным прорывом в лечении травм мозга. Ну, что скажете? Приступим? Да, давайте начнем. Садитесь. Не нравится мне все это, не нравится вообще. Так, давайте сразу разберемся с формальностями. Вы Саймон Джаред, правильно? Да. Торонто, Канада, Дэвид Монши. Родились 16 июля 88-го? Да. Плоская нейрограмма, версия 6. Отлично, все в порядке. Это больно? Это просто сканирование. Что за звуки? Все равно, что... Что за звуки? Индейцы считали, что фотокамеры крадут души. Да? Будем надеяться, что они ошибались. Готовы? Скажите, сыр? Да. Что случилось? Мужик, я ебу. Бля, может, не надо скримлеров хотя бы, пожалуйста. Эй! Мистер Мунши, что-то пошло не так? Блять. Это не смешно! Бать, мы где? Да где я вообще? Как я сюда попал? Мужик, я не знаю. Ладно. Я во всем смогу разобраться, надо сохранять спокойствие. Ни к чему все усложнять. Мужик, я не знаю, что это такое, блядь. Мы, блядь, в будущем, че шо? В прошлом? Опа, а вот это мне вообще не нравится. Помни инструмент, чип, чип оснащения. Сначала формируйте и оптимируйте ваш умный инструмент полностью адаптированным приборным средством. Умные чипы. Помни инструмент. Где мне его взять? Это я помню.
Непонятно, я залупану, ладно. Вообще это не нравится, блядь. Не мерцай. Да, ребят, мне это вообще не нравится. Сохранение. Масло. Нам явно не сюда, да? Я так правильно понимаю? Сделал. Бай, мужик, я не знаю. Так, нам вон туда, правильно? Охрана. Бля, мне это вообще не нравится. Не, а вдруг мне нужно будет бежать? Подожди, блядь. Сам по себе, что за хуйня? У меня аж телефон перезагрузился.
Нам туда, да, идти? Прикинь, он ожил. Бля, мне это вообще не нравится ничего. Умный инструмент. Это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам, а также интерфейс управления ими. Тема умного инструмента входит алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем умный инструмент автоматически приспосабливает свои алгоритмы к подсознанию пользователя, чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибку бота. Умный инструмент может передавать сигнал малой частоты, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий. Таких как открытие дверей. Для выполнения более сложных действий умный инструмент необходимо физически включать к рабочей станции или терминалу. Чтобы найти свое устройство, просто вставляете операторы в главное его и вспомогательное гнездо. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта C1-21, позволяющим включать комни инструмента большинство существующих цефалочипов. Кащипы нам нужно собирать, да? Чтобы его обновлять. Внимание, при подключении внешней и встроенный искусственный интеллект умного инструмента будет включен. Вспомогательное гнездо снабждено универсальным разъемом, совместимым с большим количеством управляющих чипов. Включаем модели. Кащипу нужно ставить в главное или вспомогательное гнездо. Он может открывать двери, да, типа этот умный инструмент, но чтобы сделать какие-то более такие тяжелые, ну, типа... Более сложные действия нужно подключать физически к рабочей станции или терминалу. Окей, я понял. Блин, мне туда вообще, блядь, не хочется. Что? Вот это что такое вообще, блядь, все? Ну, нам пора обратно идти. Пизду, блять. Напряженка пока. Служебная консоль.
Попробуй только, ёпта. Что мы здесь с тобой можем сделать? Перечень. ПЭК 1 ок, ПЭК 2, ПЭК 3 неизвестно загрязнение, ПЭК 3 ок, ПЭК 5 использует, ПЭК 6 использует. Включение все энергокостюмы, хаймацу хранят на системе. Хранятся все энергокостюмы хаймацу хранятся на станции Омикрон. Угу. Добро пожаловать, Луиза Мэрон, Эпсилон. Чего, блядь? Ваш инструмент находится в отличном состоянии, но в нем отсутствует управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к наладочному набору. А значит, вам не хватит прав, чтобы покинуть станцию. Чтобы восстановить права, доступ, вставьте управляющий чип или запустите процедуру обновления. А, вот сюда, типа, да? Допустим. Омничип найден. Я знаю, вам сказали, что наладчики получат полный доступ ко всему Патосу 2. А я здесь, чтобы сказать, такого не будет. Поймите меня правильно, я не назло вам это делаю. Без вас, ребята, здесь никуда. Но должна же здесь быть определенная безопасность. Я не хочу, чтобы вы вломились куда-нибудь в карантинную зону на Омикроне и разнесли повсюду. Либо что-то не так, либо у вас ограничение. И что делать тогда? Вставляете омни-инструмент в терминал и смотрите, нет ли возможности обойти ограничение. Иногда ведь нужно попадать туда, где вас быть не должно. Просто найдите способ. Вы же инженер, в конце концов. Что еще? Следите за своим снаряжением. Не будьте козлом. Вот и все, в принципе. Меня зовут Джон Стромер, оперативный агент охраны Батеса 2. У меня есть кабинет на Дэти. Если будут какие-то проблемы, приходите туда. Удачи! Я знаю, вам сказали, что наладчик. Я еще в такие темы надо сувать, чтобы подмолять, чтобы, короче, это понял, улучшать эту тему. Как она называется? Омни-инструмент. Угу. Код доступа к омни-чипу обновлен. Я знаю, вам сказали. Давай с тобой вот на этом остановимся, сохранимся. Так, чисто посмотрели быстренько, что за игра. Блять, пиздато, прикольно. Ну как пиздато, мы только посмотрели, что за игра. Мне пока нравится, прикольно сделано, атмосферно. Непонятно вообще ничего, но если вам понравится, в общем, в принципе, данная игра, мы ее пройдем до конца, 100%. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вам сложно не принято, ваша поддержка мне. Как минимум, вам это правильно потратить 3 секунды, а для меня это прям уже большой стимул делать дальше подобные видосы и даже, может быть, круче. У меня есть парочку идей есть. Что еще снять такого? Возможно, даже не связанное с играми. Ой, что? Ну, так, чисто инсайдик вам закинусь. Кстати, такие инсайды есть в телеграм-канале, они... Ссылка в описании, там, да, и на экранах, вы видите сейчас QR-кодик, можете просто навести. Там тоже есть... инсайды, довольно-таки хорошие инсайды, прикольные про мою жизнь и просто удивление видео, чтобы вы были в курсе, когда выходит данное или следующее, или вообще, когда выходит видео одним из первых, либо первыми. Вот, а инсайды там, ну, там прикольно. Там есть что-то из жизни, есть просто информация некая для вас, да, что, возможно, ждет.
у вас на канале, поэтому подписывайтесь. Вам тоже не сложно, мне приятно. Спасибо. Заранее, кто это сделал и подписался на YouTube, поставил лайк, да? Спасибо огромное, реально, прямо от души, прям целую тебя, прям вот вообще, обнимаю крепко-крепко. И спасибо заранее, кто подписался на Телеграм канал. Важно, огромное спасибо. Вот, в принципе, все. Спасибо еще за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте. Бля, игрушка прям вау. Ну, ебать, страшно, нахуй.